Самая долгожданная Олимпиада, которая должна была состояться еще год назад, наконец встречает своих участников. Самая главная и самая продолжительная часть церемонии открытия. Парад команд «Нашу страну» представляют свыше 300 спортсменов. Во главе российской колонны – знаменосцы. Комитет Олимпик Рус. Пройти перед пустыми трибунами смогли не все. Хотя в Токио официально действует режим ЧС, а олимпийцы почти полностью изолированы. Эпидемиологическая обстановка, скажем. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние.